у нас тут тоже тепло даже. Thank you.
Сейчас макет пополнит, пусть это и приведет.
Центральный район врываются две германские пехотные дивизии. Конкретно 195-я, 295-я и 71-я. Одна из главных задач, которая ставилась этим подразделением, необходимо было прорваться к берегу Волги, что, к сожалению, фашистам практически удается сделать в первый же день. Естественно, наше командование не могло смотреть на это спокойно. На следующий день Чуйков назначил наступление на гитлеровцев с целью отогнать фашистов от Волги. Наступление 62-я армия начнет из района реки Царица. Вот мы сейчас увидим стрелочку в направлении удара. Пошло наступление. Несмотря на то, что пехоту поддерживают танки, отогнать фашистов от Волги не удалось. Силы были не равны. И вот на помощь 62-й армии переправилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия. И сразу же сходу десантируясь из бронекатеров, воины 13-й гвардейской вступают в бой с противником. Первый батальон 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии прорывается к зданию вокзала «Сталинград-1». И за вокзалом разгораются ожесточенные бои, которые будут длиться с 15 по 22 сентября, то есть неделю. И в течение этой недели вокзал мог в сутки переходить из рук в руки от 10 до 13 раз. Естественно, при такой интенсивности боев многие бойцы погибли, лишь единицам удалось прорваться к своим убитым. 28 сентября 272-й стрелковый полк, 10-й стрелковую дивизию внутренних войск НКВД, также не выдержав натиска врага, предпринял попытку выхода из окружения. Возглавил выход из окружения комиссар Шарпин. Сейчас мы его услышим. С вами услышали содержание предсмертной записки как раз таки самого комиссара Щербина. Он понимал, что рывок будет рискованный, и понимал, что он погибнет. Действительно, так и произошло. И вот как раз таки при осознании того, что он скоро погибнет, Щербин оставляет на командном пункте свой записку. В конце сентября гитлеровцы захватывают большую часть центрального района. Сейчас я украдкой показываю передний край обороны наших бойцов. То есть на отдельных местах, в отдельных местах фашистам прорваться было, нужно было прорваться полностью фашистам. Нужно было сделать бросок, чтобы преодолеть пространство от 70 до 100 метров. Однако эти 100 метров защищались насмерть бойцами красными. Несмотря на то, что город продолжал свою героическую оборону, фашистская пропаганда уже готовилась праздновать победу в битве на Волге. И об этом уже свидетельствует следующий.
погребами представлен немецкий литографский камень, который должен был использоваться для печати агитационных плакатов. И данный немецкий плакат должен был говорить о том, что Сталинград пал. Москва – это глава Советского Союза, Сталинград – Россоюз. Однако врагу захватить Сталинград так и не удастся, данный камень был найден крепостью среди гитлеровцев Вагнера. Во время уличных боев появляется новая боевая единица, это штурмовые группы или штурмовая цель. Здесь мы с вами видим их вооружение. Пистолет пулемет Шпагина, ранцевый огнемет Рокс. Рядом с огнеметом находится прототип современного бронежилета. Это стальной нагрудник. Боец штурмовых групп для успешного штурма здания брал с собой, да, можно выжить на данный эпох. Зимнее время. Для того, чтобы датская армия могла продолжать сражаться с противником, войскам необходимо было материальное подкрепление. Это материальное подкрепление. Вместе с другими предприятиями всего Советского Союза помощь фронту оказывали и заводы города Сталинград. Самыми крупными здесь являлись Сталинградский тракторный завод, который во время войны перешел на производство танков Т-34. Завод баррикады производил орудия и винограды для наших войск. Красный октябрь был ставим для техники. А на юге Сталинграда находилась судами, которая перешла на производство корпусов для танков Т-34 и производство. Здесь мы с вами видим условное рабочее место тушеника предприятия и предприятия. Перед нами находится такая Сталинградской битвы, конкретно во время наступательного его периода, проводилось две крупных наступательных операции. Это операция «Уран», именно контрнаступление советских войск под Сталинградом, в ходе которой гитлеровские войска были введены в кольцо окружения. В окружение попала 6-я полевая армия Филиппа Паулюса. Это 330 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Естественно, группировка, оказавшуюся в окружении, нужно было уничтожать и перебивать. И уничтожали эту группировку уже во время операции «Сталинград». Операция «Уран» шла из 19-го ноября по 31-го ноября. Во время контрнаступления советских войск под Сталинградом использовались вот такие вот наши 122-миллиметровые гаубицы. Здесь мы с вами можем понести речь о наших мотоциклистах. Восьмого отдельного мотоциклетного полка. Во время контрнаступления советских войск мотоциклисты совершали диверсионные действия по главам. Во время диверсионных рейдов было уничтожено 15 орудий, 9 самолетов и также средств на рельсах.
Операция «Ура» проводилась 10 января по 2 февраля 43 года. В отличие от предыдущей партии, мы знаем, что кольцо обсуждения вокруг Петровских войск и здесь мы с вами выделили самую жертву с девочкой управления Рашашевской, указывающей нам с вами на события 26 января 43 года. На события соединения армии Тверского. С запада в территории Сталинграда прорвались воины 21-й армии Чистякова, с востока навстречу 21-й армии и 22-й армии Чистякова. И тут же мы видим две германские группировки. Южная, которая капитулировала 31 января 43-го года, и северная, оказавшаяся до самого Сталинграда. Во время Сталинградской битвы Гитлер вместе со своими союзниками и пользянцами не проникнул в генеральный генеральный для нас победа в Литве на Волге стоила до дорогой ценой общей цели потери карты на армии стали около 32 партийных генералов, командующих партией, которые принимали участие в Ленинградской битве, а также в Ленинградской битве, в Ленинградской битве. Об итогах Ленинградской битвы и о всемирном историческом значении победы битвы на Волге нас рассказывают последние заводы. Любая военная победа не обходится без трофеев, захваченных войск противника. И здесь как раз таки представлена техника, оборудование, стрелковое оружие, захваченное у окруженных гитлеровской группировки. За коллекцией оружия находится стол, на котором проходил первый допрос плененного командующего 6-й немецкой армии Фридриха Паулюса. Фридрих Паулюс проводит у нас в плену 10 лет, 43 года, 53 года. В 1946 году Паулюс, будучи уже завербованным нашими сотрудниками разведки, примет участие на Нюрнбергском процессе, где он будет принимать участие как свидетель советской стороны. Свидетелем для нас Паулюс был очень важен, потому что он был одним из авторов операции «Барбаросса» по захвату Советского Союза. Вернется Паулюс в 1953 году. Однако, несмотря на то, что он был уроженцем Западной Германии, потому что Германия, восточная Германия, как раз советская зона. И там Павлович будет выживать в этом 1950
хорошего плана документации, которые были солдаты, вещи на карту. Есть всего намного предметов, которые можно увидеть полки в картине немецкого боевого врача, врача Курского лагеря. Картина носит название «Сталинградская мадро». Была написана немецким боевым врачом, по-моему, католического врача. Перед вами представлены шахматные столики, ручной работы по подарку из Люксембурга. Здесь же представлен подарок из Японии, наверное, это самый очевидный город, Thank you.
Я
посиди, посиди. Там, там. Можно, там можно здесь посидеть, прямо. Все возможно, чтобы приблизить час победы, который наконец наступил 2 февраля.
кресло, я так понимаю, офицера. Да. Наша армия разбивает фашистов на две армии.